Si sufres violencia doméstica, este es el gesto para dar sos a los demás. ¿Qué hace, Roma? Для всех, кто не понял, это жест типа тайный. Я под угрозой домашнего этого самого. Ну, мол, вот, это вот жест. И парень показывает, вот, а она, прям это испанский язык был. Вот так они специальный жест придумали. Типа, раз официанту, и он ее уводит через этот заднюю дверь. А мужчина сидит и счет потом оплачивает. Удобно? Удобно, лайфхак. Кто там потом разбираться будет? Мужчина виноват по определению. Ну, у них так, как бы. Эх, берегите себя и будьте счастливы.